Всем привет, друзья! Давно не выпускал я свои ролики на YouTube, а все потому, что реально просто нету времени. Начался сезон, и я сейчас уехал на пасеку, очень много работы, это и ревизия, и сокращение, и выполнение заказов, так как я всю зиму брал заказы на накопители для пчел, теперь я их в экстренном порядке выполняю, отправляю людям, так что спасибо, кто воспользовался моим предложением. Заказал накопитель для пчел, все уже, я думаю, получат или получили уже, так что большое вам огромное спасибо. Ну и решил снять маленький ролик о ульях из пенопласта. Я его назвал «Вся правда о пенопластовом уле Дениса Фадеева». Почему я решил этот ролик снять? Ни ревизию, ни так дальше. По пчелам сразу скажу. Зимовка не из лучших. Есть тоже падеж пчел, но это, как правило, очень слабые отводочки, которые, как правило, я всегда экспериментирую, не объединяю. Но это наш опыт. На нем мы учимся. В принципе, неплохо. Есть некоторые семьи, которые даже чуть-чуть и опоносились. Но это все все-таки моя. Это вина, не пчел, потому что меня зимуют на подсолнухе. И семьи, которые не очень сильные, как бы, они, ну, для них это тяжело. Надо быть откровенным. Тем более, безоблетный период был очень долгим, и пчелкам было трудно. Но по ревизии, как бы, ну, несколько семей я там открою, вам покажу. В принципе, все то же самое с года в год, ничего нового, все нормально. По поводу уж вернемся к ульям. Много просто звонят, я сразу прошу извинения у многих, кого не беру телефон, потому что реально нет времени. На соцсети вообще нету времени, потому что в селе нету интернета, в селе тут возможность зайти в YouTube, почитать комментарии или в Facebook сообщения я не могу. Могу, но это очень трудно. Но тем не менее, многие звонят и дозваниваются, спрашивают, как же, и я обещал и раньше, как же ульи Фадеева зимуют, не зимуют, перезимовали, не перезимовали. Вот и открываю всю правду. Было у меня уже, прошел год практически, как в эксплуатации у меня эти ульи, и в принципе я ими доволен. Я на сегодняшний день не пожалел, что купил у Дениса 100 таких ульев. Я помню, когда-то, когда я рекламировал этот улей, кто-то мне писал, что, я говорил, что если все понравится, я куплю. Кто-то мне писал, да, никто не купит. Короче, купил я 100 этих ульев. Сейчас идет подготовка этих ульев. Я потом покажу, просто реально сейчас нету времени. Мы их сейчас подготавливаем, режем сетку, красим, пленочку вырезаем, все это делаем. Мне помогает брат, взял помощники брата. Так что работа кипит. И по поводу зимовки. Как же все-таки перезимовали ульи? Из 6 ульев, у меня их было 6 в эксплуатации, весь сезон я выводил в них маток. Мне понравилось. По маткам вопросов нету, матки классные, и я очень для себя много плюсов увидел. Очень круто. Температурный режим, повторюсь, я уже не раз это говорил, это кормление матки, это долгоиграющее, то есть матку можно держать весь сезон и так дальше. То есть очень удобно. При этом я еще забирал мед по рамочке на откачку. Пустил я в зиму 6 семей, 6 отводочков, 3 на по 6 рамок полностью и 3 нуклеуса по 3 рамки, то есть по 3 рамки в отделении через перегородку. Итог зимовки. Заносил я их в подвал, там было сыро, очень влажно, но пчелки перезимовали хорошо, не перезимовал один шестирамочник и, в принципе, один трехрамочник, ну, отделение на 3 рамки. Но, опять же, причина, скажу сразу, не в пчелах, причина во мне, я чуть-чуть халатно отнесся. Ну, сейчас я покажу, все нормально по тем, что перезимовали. То есть мне понравилось. 3 рамки для зимовки, для карники. Я помню, в Харькове Петя говорил, что они никогда не зимуют. Все, они зимуют, потому что я зимую так в деревянных. Деревянные на пасеке, они зимуют. Почему же пенопласт не будет зимовать? Все зимует. Так что сейчас буквально мы подготовим эти ульи и
Я буду показывать весь процесс. Ну, буду стараться показывать весь процесс. Как я заселяю, как я вывожу маток в них. Как я объединяю в осень, как в зиму они идут и как зимы выходят. Ну, сейчас бегом покажу о том, как они перезимовали, то есть что есть. Так, 31 марта, нуклеусы надо вынести. Вот такое у меня тут наводнение. Чуть-чуть свои подставочки разгреб. Пойдем посмотрим, что там. Не знаю, солнышко. Может, сейчас и вынесу. Наверное, сейчас. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас тут. Так, тут у нас скользко. Надо что-то делать. Суду сыпать. Очень мокро. Воды, конечно, очень много. Ну ничего, посмотрим. Так. Что-то гудит. Очень много пчелок. Как для нуклеусов. Так, что у нас с пенопластом? Мне интересует вот эти влага. Видно, есть мокрая влага. Что у нас тут трехрамочники? Так, вот тут у нас два отделения по три рамки. Влажность есть в рамке. Ну давайте посмотрим. Где-то там внизу сидят. А, вон они. Смотрите. Так, это нуклеус на трех рамках. Зимовал. Сегодня 31 марта. Так, это мугаки. Да? Этот обосрался. Из двух одно отделение перезимовало. Так, что у нас дальше? Здесь у нас шестирамочник. Все нормально. Перезимовал. Сейчас вынесу. Шестирамочник. Так, здесь у нас. Здесь у нас трехрамочники. Два по три. Ну что, смотрим, влаги очень много. Вентиляция очень плохая. Очень плохая. Так. Смотри. Так, на три рамки перезимовала. Так, на три рамки перезимовала. Ну, плесень, короче, капец. Мокро, воды немерено. То есть по три рамки. Тут у меня с вытяжки насыпалось не очень хорошо. Так. Здесь капец. Так. Здесь шестирамочник выносим. И здесь шестирамочник выносим. Так, ну что, получается, рамочки по три рамочки перезимовали. То есть вот еще раз покажу. Карника на трех рамочках в августе было дано, и три рамки они с кормом были. Зимуют, так что проблем нет. Так, пчелки загудели. Ну, есть и отход. Вот, например. А, нет, это тут у нас шестирамочник есть. Вот. Здесь у нас отход. Ну и что? Посмотрим теперь. Тут. Здесь у нас все нормально. Так, вот у нас, или давайте подойдем сразу к этому улью. Это у нас 8 и 7. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. А у нас здесь, ага, вот этот трехрамочник. То есть пчелки перезимовали, то есть одно отделение не перезимовало, они и обкакались, вот видно, все как есть. Показываю, то есть, а вот пчелки, которые перезимовались, они шебушные, вот они, корм есть, все им хватает, вот так они перезимовали, это одно отделение.
На улице сейчас очень холодно, весна, но реально холодно. Так, идем следующим. Это у нас 5-й и 6-й. Здесь у нас шестирамочник. Я вот шестирамочник. Сила семьи очень слабенькая, ну карника она такая есть. То есть вот это такой шестирамочник. Так. Пленка улетела. Сейчас. Так, здесь у нас единичка и двойка отделения. Я не знаю, какое тут отделение. То есть здесь у нас было два отводочка по три рамки. Так они зимовали. Вот, смотрите. Это у меня в подвале были плесень, сыра. Одно отделение и другое. Вот они так сидят. Пчелы вот сколько есть. То есть многие скептики, которые говорят, что по три рамки им не хватит корма. Вот повторюсь, я уже говорил не раз в своих видео, что для карники, почему мне нравится карника? Лишь потому, что ей для зимовки хватает корма, она экономная. Так, это у нас номер 3 и номер 4, это, по-моему, у нас идет шестирамочник. Вот, через сетку, тут я пленку не стелил, вот как есть. Могу открыть, ветер на улице. Пчелки шебушные полезли. То есть, это зимовал шестирамочник. Так. И где-то вот здесь у нас еще один. Это некрашенный. За некрашенный я вам расскажу позже. А, это шестирамочник. Не знаю, неудобно одной рукой. И ветрено. Вот примерно так. Вот зимовали шестирамок, а сидят на 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Так, есть такое дело. Ну что же, друзья, вернемся теперь к улье. То есть по зимовке я вам показал, так как есть все, как они перезимовали. С деревянными, в принципе, та же самая ситуация. Ну, в дереве у меня были посильнее. Я их объединял, и в дереве ситуация такая же самая. То есть нуклеусы вот такие перезимовали отлично. Что хотелось бы сказать по этим ульям? Опять же повторюсь, буду показывать и дальше, как с ними работать, как я буду работать. Хотелось бы ответить на те вопросы, что многие люди говорят о том, что их синички там кушают мыши и там остальное. Да, это пенопласт, понимаете, если на пасеке есть дятел, то он будет не то что пенопласт, он и дерево у людей долбит. Так что тут от этого никуда не деться. У меня вот ульи простояли весь сезон на таких высоких подставках, доступа мышам к ним не было, доступ синичек и дятлов был им, но у меня на пасеке дятла нету, поэтому проблем за год эксплуатации никаких проблем я не увидел с погрызом и так дальше. По поводу того, что говорят, пчелы грызут. Пчелы будут грызть пенопласт, тот, который куплен в магазине. Этот пенопласт сделан формовочный, то есть на заводе очень высокой плотности, пчелы его не грызут. Могут грызть пчелы, я допускаю, возле литка, потому что многие говорят, возле литка грызут. Это в том случае, если нарушена вентиляция, то есть закрыты есть люди, закрывают решетку снизу и так дальше. То есть большая сила семьи, и им мало вентиляции, поэтому они могут как бы это все делать, подгрызать. Хотя у меня на сегодняшний день нету такой проблемы. И опять же, чтобы пчелы меньше грызли, моя рекомендация, я рекомендую
красить ульи пенопластовые, вот эти ульи шестирамочные, красить краской ПФ-кой, не акриловой, а именно ПФ-кой. ПФ-ка делает защитную пленочку, и пчелы, то есть делает и вода, и ультрафиолет не попадает, и так дальше. То есть более защищает улей краска ПФ-ка, чем акрилка. Она делает защитную пленку. И точно так же краска нужно, я лично буду делать дно, краской покрывать и дно, само дно, даже изнутри. И тогда никаких погрызов возле литка практически не будет. У меня за год и не было. Вот такая ситуация по этим улям. Многие там выдумывают что-то, там вентиляцию делают там, и так дальше, но я ничего делать не буду, только красить буду краской, которую мы уже приобрели. Это краска зебра, недорогая, но эффективная. Вот как бы так. Рекомендую обязательно красить эти ульи, потому что ульи, они, которые не покрашены, у меня было два улья, они видно, что теряют реально свое, ну, на ультрафиолете, на солнце, на дождю, они теряют свое вид, эстетику. Ну, а так нормально. Что еще? По поводу обработки. Обрабатываем буду, и сейчас буду обрабатывать, пересаживать эти в новые ульи, эти отводочки, и буду обрабатывать их экоцидом, раствором экоцид С. Ну вот, в принципе, и все. Так что видео будет и о пасеке, и о ульях, и все это будет вам показано. Все, друзья, я с вами не прощаюсь, но роликов будет очень мало сейчас выходить, по той причине, что очень большой объем работы намечается, и много хочется расшириться, и нуклеусный парк, и основной. Хочу открыть еще второй тачок, где хочу поставить бакфаст. Ну, а там посмотрим. Будет получаться, буду снимать, но короче, будем смотреть. Вот такое видео у нас получилось с вами про улей. Я рекомендую улей, рекомендую, потому что, ну, лично мне они понравились в зимовке и в работе, как с матками, так и по меду. То есть помимо маток можно делать отводки. Ну, я в будущем планирую вам показать полностью весь процесс работы с этим нуком, потому что я хочу в сезон, думаю, выводить маток, а весной делать пакеты с этих ульев. Вот и все. Как бы на многие вопросы, может, ответил, может, не ответил. Ну, как есть. Все, с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Пока.